Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Drom.ru. Привет, мужики! Здорово! Представляешь, если в офисе, как на дороге, все по знакам? Ну, интересно, посмотрим! Посмотрим! Ну это конец главной дороги. Все верно. За этими дверями двигаешься вдоль стеночки, желательно по зеркалам задом. Ага. Это вот так вот, да? Я так понимаю, тут кулер, тут все кофе пьют. А почему тогда знак «Остановка запрещена»? А потому что у нас работает эвакуатор из отдела кадров. Кто долго ни хера не делает, тому до свидания. Да-да-да, правильно. Тут лучше не задерживаться. А здесь разрешите сам. Разрешите сам. Я так понимаю, здесь рабочее место директора. Почему? Ну, бык. Нет. Это твое место, скотина. А. Угу. А это кабинет бухгалтерши. А, ну да. Угу. Понятно. А это наша доска, где вы можете писать свои пожелания и предложения по работе. Ага, здорово. Угу. Ну и когда находишься в тупике. Именно. А маркера, я так понимаю, здесь нет? Ну нет. Ну да. Действительно. Тупик. Ну а если, ну, случайно нарушишь? Штраф. А сколько? 50 рублей. Ну не так дорого. В нашей компании приветствуется карьерный рост. Ну-ка, тут же знак «Обгон запрещен». Ну а где ты видел карьерный рост по правилам? Хочешь прорваться, нарушай, сопляк! А это, ты понимаешь, кабинет директора? Да, именно здесь производят вынос мозга, заправка вазелина и чистка выхлопной трубы. Не рекомендую плохо работать. Ну вот такое движение у нас в офисе. Мне кажется, все достаточно просто и понятно. Ну да, да. В принципе, все понятно. Всего доброго, всего доброго. А вот этот знак вы мне не объяснили. А конец года у нас, Петя. Работы очень много. Да, действительно. Что-то я рановато. Понравилось видео, ставь лючок бензопака. Подписывайся на наш канал, на группу ВКонтакте, Инстаграм, все ссылки будут в описании. И обязательно пиши в комментариях, чё какого еще знака не хватает в твоем офисе. Ну все, мужики, пока!